Это общежитие, да, оно расположено на много-много комнат. Вот наша вся красота. Дарья Афанасьева живет здесь уже четвертый год и пользуется этой кухней, а скорее камбузом, так называемого «Дома водников» на Чернышевского, 193. В 1935 году здание создавалось для работников речного транспорта, а теперь его можно сравнить с «Титаником» – комнаты с каютами, а жильцов – с пассажирами корабля, напоровшегося на айсберг. На четвертом этаже здесь нету отопления. То есть у нас вообще нету отопления. У нас одно крыло отрезано от отопления. То есть из-за чего вот эта вся шумиха и началась. Ну, обогреватели. По внутреннему состоянию видно, дом судна медленно идет ко дну. Но и с водой тоже дефицит. Пошел в душ, не помыть посуду. Это удобство. Здесь нету холодной воды, напора, то есть ее нету вообще от слова совсем. Она бывает, но очень редко. То есть это на всю. То есть если мы открываем два крана, все. Ну это сейчас она стекает, видимо, с горячей. Если кто-то пошел купаться в душ. Здесь ни в коем случае нельзя открывать холодную воду. В начале февраля мэр Саратова Лада Макроусова распорядилась снести это здание в числе прочих. Срок исполнения приказа – порядка 2 лет. Появление журналистов на борту дома водников заставляет подняться наверх жителей нижних палуб. Владельцы трещащей по швам недвижимости напуганы и говорят о здании в третьем лице. Он опасен для жизни и живущих. У нас третий этаж падает на второй этаж. Да. У меня в комнате он же начал сходиться просто вовнутрь полы. Это получается, что он просто... На втором этаже. У меня там жить невозможно. У меня 3 комнаты, мы живем сейчас с детьми, с 3, вчетвером, вот в одной комнате. В 2 жить невозможно. Реально страшно. Я вот не живу здесь, у меня комната закрыта, я просто боюсь. Такая же ситуация, вот сейчас вам покажут, 85-ю эту комнату. У меня тоже рухнул потолок, и все, мне этого было достаточно. Комната или каюта номер 85. Потолок переехал на пол и чуть не накрыл спящих хозяев. Здесь вообще, чем ниже этаж, тем печальнее состояние. Общие туалеты хуже деревенских уличных. У Нонны Ковалевой в свое время тоже сбежал потолок. Людей нанимала. Вот они вот это все вот заделывали. Там идет сплошная дранка, там дырья. Туда столько ушло материала вот этого строительного, не передать. И он продолжает сыпаться. Вот стенку, вот, пожалуйста, берешь. Вон она играет. Она просто играет. И не только у меня. Снесите эту махину, этого монстра. Вы понимаете, что он опасен для жизни? Просто опасен. Это невозможно. Кирпичи сюда и туда вываливаются. Много говорить не буду. Его только под снос. Только. В здании есть и так называемая коммерческая недвижимость. Со стороны Октябрьской на первом этаже расположено заведение общепита «Волжская березка». Местные предприниматели, наоборот, выступают за сохранение дома. Памятник, он тоже был памятником. Потом его признали, это здание, в 2020 году не аварийным. 58 было процентов износа здания. Через 3 года, в 2023 году, признают аварийным. Логика где? Вот. Ну и вообще это памятник конструктивизму. Как можно сносить одно из исторических памятников города Саратова? Мы категорически против сноса этого здания. Мы оказываем услуги всему городу. У нас поминальные обеды проводят МЧС, проводят пожарники. То есть весь город. На слуху березка у всего города. Поэтому у нас к нам какие нет претензий и по работе. Мы работаем. У нас предприятие, которое работает очень давно. Моя мама здесь проработала 40 лет, я 30, и мой сын 22 года. Мы категорически против сноса этого здания. Мы будем требовать, и не только, мы будем прикладывать все усилия на то, чтобы здание не снесли. И не только на региональном уровне, но и если получится, если будет необходимость, создастся такая необходимость, то мы дойдем и до Москвы. Вот. Березку знает весь город, и только с хорошей стороны. Мы в подвешенном состоянии. От администрации мы не получаем никаких ни извещений, ни приглашений, ни разъяснений. Было собрание, где они проголосовали полностью, вся волжская администрация проголосовала за снос. Вывесили на сайте распоряжение, после этого никаких
действий со стороны администрации не было. Справа от центрального входа к жильцам находится сауна. Администратор запускает в подвал. Из нового здесь только трубы среди осыпающихся стен. Владельцы парной понимают, что их бизнес слишком мал по сравнению с чьими-то большими интересами. В администрации нам напрямую сказали, что только через суд, типа судиться. Чтобы вам возмещение, да, чтобы нам компенсировали, либо возместили денежным средством, либо идентичное помещение, эти же квадратные метры. Но как это будет выглядеть, никто ничего не знает. Мы столкнулись с этим впервые. Супруг, собственник. Вот. Он просто, так как мы впервые с этим столкнулись, он боится просто потерять вложения, которые мы вложили. А мне, как здание, мне просто жалко. Единственное, что опять, если там его снесут и построят опять какой-то центр, которых уже много-много в Саратове, для кого и для чего. Если здание будут сохранять администрации, у них денежных средств вложений не хватит. Им просто город столько не выделит. Это чисто мое мнение. Если федеральный бюджет им выделит на восстановление, они могут восстановить. На этой почве выросло противостояние между бизнесом и жильцами. Говорят, что появление кофейни лишило их запасного выхода из здания. Его просто замуровали. Обитатели комнат же пока надеются, что взамен получат другое жилье. Дом водников пока же держится на плаву. Во всяком случае, некоторые постоянные обитатели дырявых стен – тараканы – остаются спокойны и не бегут с тонущего корабля.